Всем добрый день. Сегодня к обеду сделаю я закусочку из свеклы. Ну, такая может быть закуска, просто есть, или намазочка на греночки из свеклы и других несколько ингредиентов. Очень вкусно будет. Так что давайте готовить. Тут у нас еще свекла очищенная, кусочек филе, селедки, лук, небольшой половинка, 2 яйца отварных. Сейчас замаринуем лук в первую очередь. Меленько нарезаю лук мелким кубиком. У меня небольшой, совсем, и от него половинка. Уксус обыкновенный. Вот и все, пусть маринуется. Натираю свеклу вот на эту среднюю терку. Яйца. Так. И второе. И остается только на терочку их яйца. Яйца тоже натираем вот на этой средней терке. Яйца натерла, теперь селедочку нарежем. Так, селедочку мелко нарезаем. Вдоль и поперек на мелкие кубики. Селедочки берем по вкусу. Сколько кому нравится, столько и берем. Лук. Остался в тарелочке. И майонез. Все. Перемешиваем. Закуска готова. Вкусный, нежный вкус. Вкусно, но немного соли. Немножечко. Так. У меня эта закуска будет служить намазкой. Сейчас я подготовлю гренки.
Вот поджарила греночки. Все. Накладываем на маску. На греночку. Не жалея. Пока жарила греночку, то у нас в закусочке это все соединилось, промариновалось все вместе. Наше блюдо готово. Я украсила укропом. А можно мелко нарезать, положить в эту намазку вовнутрь. Закуска получилась очень вкусной. Греночки с этой намазкой очень вкусные. Так что готовьте. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, готовьте со мной. Еще раз повторю. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.